О, да. Снова я. Чем порадуешь? По Вулуа ничего нового, кроме того, что 10 лет назад его арестовали в Балтиморе. С ним была девушка по имени Кончита. Ее тоже арестовали? Вероятно. Нужно покопаться в архивах полицейского участка. Я этим займусь. Что закажете? Двойной виски. Как дела? Да, все нормально. Нога вот только побаливает. Мы знакомы? Я от Майка. Он сказал... У вас есть связи в полиции? Ага. А я-то думал, вы пришли отведать моего фетучини. Увы, никого уже не осталось. Кого-то уволили, кто-то сам ушел после всех неприятностей. Но я бы мог кое с кем связаться. Что вам нужно? Досье 10-летней давности. О, это сложно. Оно, скорее всего, в архиве. У них там горы бумаг. В компьютер пока завели только дела за последние 3 года. Если бы вам нужна была их компьютерная база, я бы все устроил. Это легко, я знаю пароль, без проблем. Но бумаги тут посложнее. Я пошарю в их архиве. Планировка здания изменилась. Построили еще один этаж, установили камеры слежения. Набрали много новых ребят, и все они не промах. Ага. Архив находится на нижнем этаже, у тира. Лаборатория и морг теперь на 2-м этаже. Раздевалка тоже там. Если не знаете номер досье, придется искать в компьютере.
пьяные копы все на свете разболтают. Я бы на вашем месте пробрался туда через гараж. Правда, там всегда полно народу. Кстати, сегодня вам повезло. Возле участка прорвало трубы. Попробуйте переодеться сантехником. Спасибо. Майк ваш должник.
Вот оно, ее досье. Вайс? Это я. Слушай, Кончита Мартинес в 1982 году переведена в тюрьму Ронтас, Колумбия. Хм. Ничего нет. Что значит ничего? То и значит. Видимо, тюрьма не государственная. Ну и дела. Провода ведут на территорию тюрьмы.
Похоже, кабель под напряжением. Нужно отключить ток.
Этим путем мне уже не вернуться. Кончита? Ты кто такой? Друг Валуа. Как он поживает? Вообще-то он мертв. Жаль, не я его убила.
Из-за этого ублюдка я попала за решетку. И все-таки, кто ты такой? 15 лет назад Валуа отправил партию оружия в Никарагуа. Там была одна доработанная винтовка. Ха, смеешься? Даже если я что-то вспомню, с какой стати я буду тебе рассказывать? Не хочешь, оставайся здесь. Ладно, погоди, давай договоримся. Ты вытащишь меня отсюда, а я все тебе расскажу. Не пойдет. Вряд ли ты что-то помнишь. Слушай, поставок было очень много. Южная Америка, Азия, Африка. Я сама этим занималась. Я все вспомню, клянусь. Снайперка, говоришь? Помню такое. Была одна доработанная винтовка. Пока ты просто повторяешь мои слова. Ничего нового. Это была винтовка Драгунова. Кажется, из нее хотели застрелить посла и его семью. Кто ее заказал? Какой-то мужчина, лет под 30. Я помню. Я видела его, когда заключали сделку. Я могу опознать его по фотографии или составить фоторобот. Я наверняка вспомню имя, правда? Слушай, вытащи меня отсюда. Я все тебе расскажу. Делай все, как я говорю, иначе я сам тебя прикончу. Когда выберемся, все расскажешь. Пошли. За мной. Выпустите меня, уроды! Сейчас не виновата! Выпустите меня, уроды! Thank you.